Всем привет, это Matt Lucas Channel, вы смотрите 64-ю серию прохождения игрушки The Legend of Zelda Breath of the Wild. Так, я там вижу вдали лазер, еще я вижу здесь хамелеона, который здесь притаился. Так, а мы, получается, за предыдущие пару серий, получается, всю эту нижнюю часть пустыни обчистили, всех этих Малдор тяпнули. Вот, и давайте сейчас вернемся в святилище, так, сейчас вот в город Геруда, там квесты закроем. И еще здесь надо будет эту фею разбудить, 10 тысяч рупий набрать откуда-то. Вот, давайте переместимся и будем собирать рупии для того, чтобы... эту фею вернуть к жизни, потом пусть она нам все прокачает. И вот примерно со всем этим прокачанным мы пойдем в Нагорье Геруда, то есть это заснеженные горы, которые чуть севернее находятся. Так, вот так, эти все. Подако, так. А что мне надо? Мне надо... Вот так вот. Одеться. Так, и теперь я, значит, иду в гору Юру. Так, там этот спортсмен бежит. Используй вихрь ревали, когда захочешь. Пусть дальше бежит. Так, а я здесь хочу позакрывать квесты. И не только позакрывать, здесь еще некоторые можно дополнительно открыть. То есть, после того, как мы проходим этот самый верблюда, то здесь еще пара квестов открывается. Первый из них, это который связан с малиной вот здесь, который... Я его уже прошел, кстати, вот малинку я соберу. Так. Вот, а второй квест, он вот там чуть дальше, он связан с Бартой. Барту мы уже даже видели в этом, в клане Ига. Так, это Поки, вот мы ее в прошлой этой серии. А твой вой, давай, это просто сказка Фуроса. Ты быстро оправилась, а ведь было чуть не погибло. А, ну и что там со святилищем, еще пойдешь к нему? Ох, ты не представляешь, как я намучилась. А, значит, не судьба, дорогая, не твое это призвание. Это точно, мое призвание сидеть тут и болтать с тобой. В общем... А, так, помните, я здесь не видел Притана. Савсаба, ты сейчас совсем молодая. А, тебе не рано по барам ходить? Сколько тебе лет? Чуть-чуть больше сотни. А ты забавная, когда подрастешь, будем вместе отдыхать, я угощаю. Так, ладно, здесь я вроде все сделал, что я хотел еще сделать? А, я хотел... Так, арбузерша. Так, я хотел сюда зайти. Да, получить квест на Барту. Так, Лиана, что же с Бартой? Что? Что? Барта опять пропала? На этот раз ей вроде рассказали, что где-то на юго-западе есть скелет какой-то громадины. И я пыталась ее остановить. Значит, плохо пыталась, раз она ушла. Наверное, но сейчас не об этом. Этот участок очень опасен. Там обитают Малдоры. Это значит, что Барта туда носа не сунет. К тому же там ужасно жарко даже для нас. В таком снаряжении ни одна из нас там долго не протянет. Долго не протянет? Да ты что несешь? Ты прекрасно знаешь, что Барту такие мелочи, как Малдоры, и жара не остановят. Или ты забыла, что она тогда убежала и попала с бандитом? Ох, вы в своем репертуаре, как и Барта. Когда же она наконец образумится? В общем, вот новый квест на Барту. Так, и сейчас мне... Так, мне бы надо... Так, что здесь? Раз, два... Лаби. Надеюсь, ты не ждешь от меня речей благодарности. Ты опередил меня только потому, что я так усердно тренировала своих подопечных. Мы разорвали у проклятых воров клочья, можешь не сомневаться. Если что-то подобное повторится, я, Ваби, стану на защиту госпожи Риджу и нашего города. И тогда тебе лучше не пытаться мне под руку. Так, с кем еще не болтал? Савата. Это ведь ты вернула нам шлем грома и чудище это усмирило? Ну надо же. Слушай, может мы с тобой как-нибудь поединок устроим? Я тебе показал, как умею сражаться, Геруда. Так, и здесь еще одна. Как я устала, Савата. Так, Сакша нашла шлем грома, если бы не ты, а нас ему штрафовали бы с утра до поздней ночи. Так, ну все, здесь вроде ничего больше нету. Мне нужно найти, кому отдать этот... сердце Малдора. Ну там как, это больше не на сердце похоже, это больше похоже на жабры. Жабры Малдора мне нужно дать. Она обычно тусуется вот прям вот здесь вот. Но, видимо, сейчас она спать ушла. А, кстати, давайте это... Я же могу взять и просто направить. Да, чтобы узнать, куда мне идти. Да, она дрыхнет, по-моему. Так, это я куда зашел? Прохор. Так,
Нет, это я не туда зашел, мне надо выйти отсюда. Так, мне надо... Сюда. Вот она дрыхнет. Я тебя вылечу, все будет хорошо. Так. Ладно, сейчас как бы... Если она не проснется, придется еще это... подождать у костра, например. Так, а мне нужно будет очень... Нужно купить чудо-дуриан. Да, сочный. Одну штуку я беру. Да, одну штуку я беру, на другую смотрю. Третью замечаю. Так, здесь я все фоткал. Дуриана я фоткал. Это я фоткал. Все фоткал. Так, там еще какие-то стрелы продаются. А, это что? Это мясо продается. Так, а мясо, оно не фоткается. Жареное мясо. Так. Ты кто? Васак, тетя, покупаю. Рекомендую грозовые стрелы. Их стрелять будет. Бзз. Они дергают током. Ясно, понятно. Так, стрела. О, огненные стрелы. Я, короче, их не фоткал. Давайте их сфоткаю. Так, все, и у меня нет места. Так, нет, мне надо, видимо, здесь сейчас что-то поудалять. Так, это я Малдору фоткал, это я еще здесь кого-то фоткал. Так, удалить. Так, это я Цаплю фоткал. Удалить. Так, удалить. Лук удалить. 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 Арбуз удалить. Тоже удалить, меч удалить, это чё? Какой-то меч удалить, что здесь еще? У меня куча хлама всякого. Так, удалить, чтобы это... А, у меня побольше памяти было, это чё я кого фоткал? А, это я фоткал дракона. Так, а это я фоткал левра. Так, я удалю, это... А, это зайчик. Это... Что это черное чудище? По-моему, оно было белым. То есть оно время от времени чернеет. Так, это что такое? Это какой-то лук удалить. Так, ну и хватит. Так. Огненные стрелы я сфоткал. Вот ледяные стрелы я не фоткал. Давайте я сфоткаю. То есть я нашел хорошее занятие. Это фоткать то, что я не фоткал в магазинах. Так, взрывная стрела. Так. Я, то есть, как бы сейчас пока не тороплюсь, я же это... Так, горнов нельзя фоткать. Мне нужно утра дождаться. Можно, конечно, около костра дождаться этого утра. Но этот костер еще надо найти. Разводить своим что-то не хочется. Это что-то... Там факел валяется. Факел я фоткал? Факела фоткал. Что еще не фоткал? Так, взять. Что здесь можно взять? А, это горшок можно взять. И об стены его швырнуть. Так, так, из этих штуковин я все фоткал. Так, это не фоткается, это не фоткается, это не фоткается. Спать хочется. Так, подморозовик, грозовик, жиромор, клинковик, лудновик. Это все я фоткал. Так. Так, одежда. Одежда фоткается? Нет, одежда не фоткается. Одежда у меня такая есть. Ее покупать не буду. Так, еще здесь где-то есть это. Так, блин, забыл, как называется. Ну, сейчас я дойду и, короче, вы поймете, о чем я. Так, нет, не про котиков, я про вот эту статую, да, про статую богини. Так, тот, кто проходит испытание, получает сферы духа. Так, давай мне, пожалуйста, капсулу сердца. Да, потому что капсулы энергии у меня уже все заполнены по максимуму. Так, это у меня какое? 20-е сердце, по-моему. Да, 20-е по счету сердца. Замечательно. Наступаю, установи мир в Хайруле. Тут сделан. Так, 7 утра, она там не проснулась еще. Так, сейчас давайте по этой по навигации пройдемся. Дай мне навигация будет. Так, она, по-моему, проснулась уже. Да-да, вот она как раз в этом углу стоит, в каком я хотел ее посмотреть. Так. Савата. А, это ты?
муж единственный вой, которому я понравилась. Я обязан достать сердце Малдоры, но сама я просто бессильна. Вот возьми сердце жабры Малдоры. Это же сердце Малдоры. Я действительно могу его взять. Сак, сак. Это все, что у меня есть, возьми, пожалуйста. Так, 300 рупий. А он будет жить. Так, и нам нужно достать еще 6000 рупий с копейками для того, чтобы вот эту самую... Как ее, блин? Фею толстую. Достать, и поэтому давайте я телепортируюсь вот сюда, прямо это в противоположный край света. Святилище Шемаса. Там, короче, это, если помните, есть тетенька, которая покупает задорого всякие драгоценные камни. Сейчас я немножко сбагрю. И, наверное, может быть, она как бы после сапфиров. Сейчас она, по-моему, сапфиры. Нет, не сапфиры, она сейчас топазы хочет. Сейчас она все время хочет топазы. Вот. Так, сейчас, правда, у меня подгорать начнет здесь, потому что жарковато. Вот, из меня прям дым черный уже идет. Так, мне надо сменить одежду. Так, вот, это более подходящая одежда для... Так, щит не горит. Так, здесь что? Так, эта штука, которую у меня экипировал, не горит. Здесь вроде не горит. Все, дым пропал, вот здесь у меня ничего не горит. Так, хорошо, давайте... Давайте пойдем ее искать. Сейчас здесь 7 утра, 8 утра. Она, по-моему, еще не ходит. Здесь по городу. Посмотрим сейчас. Так, она обычно прям по центру где-то ходит. Что, где? А. О, привет. Нужно пожарное зелье? Нет, давайте. Если сгоришь, сам виноват. Так, это я припоминаю, было что-то такое давным-давно. С пылу, с жару, что здесь, грибочки есть. Так, а это можно все пофоткать? Так, нет, здесь ничего нельзя пофоткать. Так, и эта тетка, что-то она пока не появляется. Так, может быть... Так, гостиница, это понятно. Так, может быть, мне здесь... Так, здесь что? А, здесь у нас набор этого водолаза продается. Так. Так, а здесь что продается? А, нет, здесь у нас эти братья живут. Я помню, квест я с ним проходил. Так, сейчас бы чуть-чуть бы в лаву упал. Так, вот здесь что-то нормально продается. Так, это что? Огненные стрелы, это ледяные стрелы. Это у нас банки с тушенкой. Так, и все, здесь больше ничего нету интересного. Так, ладно. Давайте я на... А, вот она, привет. Савата. И сейчас всем рано, а уже такая жара. Говорим о деле, сегодня мне нужны топазы. Деньги у меня есть, можешь продать мне штук 10. За них там 2000 рупий, да, по рукам. Сак, ты мне очень помог, это тебе. Вот. А, может, тебе еще и 10 топазов? Значит, так. Увидимся. Так, чё, сколько у меня там топазов-то вообще еще осталось? Так, у меня 13 топазов. Наверное, больше ничего и продавать не буду, потому что она, короче, это... У меня вот янтаря дофига. Фосфолит, алмаз. Так. Так, сейчас тебе только топазы нужны, да? Так, даже у нас в пустыне Герут не так жарко. У тебя случайно... О, рубины. Так, сейчас, подожди. Рубины у меня 17. Так, сейчас, 17, 40. Так, давайте рубины продам. Все, рубины я продам. Так. Все. Нет, все, больше продавать не буду. Вдруг они мне не понадобятся, 7 рубинов. Конечно, возможно, многовато продал. Сапфиры тебе не нужны? Да. 10 алмазов за 5500. А давайте продадим. Все, у меня теперь дофига денег. Так, больше я продавать алмазы не буду. Так, вот сапфиры бы давай. Сапфиры.
Нет, рубины я не буду продавать. Так, а может что-то поменяется с последнего этого? 10 рубинов. Все, по-моему, теперь пока рубина я не продам, она ничего другое принимать не будет. Все. Я, короче, продал все, что смог. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Так, давайте, знаете, куда я сейчас зайду? Я еще зайду, я хочу в лес корков зайти. Я хочу корков сбагрить на то, чтобы расширить себе инвентарь. Чтобы мне больше этого хлама помещалось в рюкзак. Чтобы мне не приходилось, как бы, выкидывать оружие. Так, водолаз пришел. Там, по-моему, лягушка это была. Или ящерица. Так, вот он. А что танцевать? А, Кьюн. На закорской семечке я сделал твою сумку вместительной. Какое для нее увеличивает? Для оружия. Пум-пум-пум, забирай 35 корочек семечек. Давай. Так, начинаю увеличение. Так, все. Ага. Все, пам-пам-пам. У меня теперь аж сколько? 18 отделений для оружия. Отделение для оружия увеличено. Так, давай еще раз увеличить для оружия. И за 45 корских семечек. Давай. По-моему, это оружие это самое, что вот это вот. Нужное для увеличения. Сейчас я по максимуму, по-моему, прокачаю. Мне должно хватить корских семечек. Так, да, по-моему, следующее увеличение, оно аж 55 корских семечек возьмет. Так, отделение для оружия увеличено. Так, давай еще раз. За 55. То я почти все корские семечки ему, короче, которые я нашел, сбагрил. А, вообще, чтобы полностью все прокачать, что только возможно, там, по-моему, где-то 440 семечек нужно из 900 возможных. Вот, я только где-то около 300 собрал. Отделение для оружия увеличено. Отделение для оружия увеличено до конца. Чики-бум. Итак, давай для... Так, для чего увеличить-то? Давайте посмотрим, для щитов сколько там надо будет. 10 коротких семечек, давай. Увеличим это. Начинаю увеличение. Так, ладно, этот танец мы уже видели. Все. У меня появился 11 слот. Так, сколько здесь можно для щитов, я не помню. В общем, там очень много, по-моему. Так, все, у меня больше как бы нечем увеличивать. Поэтому давайте я отсюда телепортируюсь, получается, назад. Так, даже прямо вот сюда телепортируюсь, святилище Хавакот переместится. И сейчас, короче, я буду... Во-первых, разбужу фею, а во-вторых... Во-вторых, так, холодная вода. Когда же в холодной воде, вы быстро замерзнете, вас спасут, не спасут ни блюда, ни снаряжения. Так, и потом я буду прокачивать все свое снаряжение. Мне нужно будет прокачать это... холодное снаряжение. Так... Сейчас мне здесь надо будет переодеться, сейчас еще по-нормальному. Так вот как-нибудь. Так, так, где это? Вот она. Снаряжение в горы. Так, снова ты. Деньги принес, давай скорее. 10 тысяч рупий, на. Держи 10 тысяч рупий. Спасибо, ты меня очень выручил. Ах, моя сила. Она возвращается. Здравствуй.
Я Тера, большая фея Земли, старая из четырех сестер. Старшая из четырех сестер. Я очень давно с тобой наблюдаю из бутона. Ты через многое прошел, рука не устала мечом махать. А, да, действительно вижу все. Вот, давай я скажу, о чем ты сейчас думаешь. Ты сейчас думаешь, хватит болтать, давай же улучшать мою одежду. Я права? Вижу, что права. Какой же ты нетерпеливый. Ну давай, посмотрим, что у тебя есть. Чтобы улучшить вещи, мне понадобятся определенные материалы. Сейчас мои силы хватит на то, чтобы улучшить мои вещи, точнее, твои вещи до предела. В общем, давайте улучшать будем до предела. Так, и, короче, сначала давайте вот этот зимний талис... вот эти зимнюю одежду. Начиная со штанов, наверное, буду улучшать, потому что я, как правило, то, что там на голову, буду заменять на коркский листочек. Так, хорошо, закрой глаза. Так. Так, эту анимацию я уже видел. И как бы я сейчас открыл всех фей, поэтому я смогу всю эту одежду до максимума улучшить, как она же сказала, что улучшить до конца. Еще один шедевр. Улучшим еще что-нибудь. Так, давайте дальше я буду штаны улучшать. Так, жароморы, крыло огненного куса. Я надеюсь, там мне хватит на все это. Так, давай. Так, закрой глаза. Да, это, конечно, страшно, в общем. На что только не пойдешь, чтобы улучшить одежду. Так, зимние штаны. Так. Так, улучшим еще что-нибудь. Давай, улучшим. И давайте штаны по максимуму прокачаем. В общем, это будет супер утепленные зимние штаны там, с тремя слоями меха. И там нужно 5 рубинов, чтобы это улучшить. То есть зря, по-моему, рубины продал. В общем, ладно. Давайте, улучшим по максимуму, да. Будет у меня, как это, штаны, чтобы с ними можно было, не знаю, на Марс летать там, с минус 70. Нормально будет. Такие. Так, в общем, это страшная анимация. Как бы первый раз, когда я увидел ее начало, я думал, что она меня сожрет. Так, зимние штаны. Готово, я сама горжусь твоей работой. Короче, какая-то работа, она гордится. Давайте мы теперь зимнюю тунику будем прокачивать. Так, жироцветы из желе красного чу у меня есть. Так, это неинтересно. Анимация, это зимняя туника. Так, 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 давай еще раз. Может быть, я тунику смогу улучшить до конца. Так. Да. Так. Так, так, Линк, давай отплевывайся. Так, и давай, наверное, у меня хватит, чтобы улучшить. А нет, на тунику что, мне рубинов не хватает. И этих красных зворохвостов мне не хватает. Плохо все. Так, давайте улучшим вот эти вот янтарные серьги. В общем, янтарные серьги, как оказывается, это прямо имба на самом деле. Никакой, по-моему, головной убор, раскачанный по полной, он не защищает так, как янтарные серьги. На янтарные серьги нужно куча янтаря, у меня как раз куча янтаря и куча кремня. Давайте, значит, я раскачаю серьги себе. Так, до 7 я пока что улучшил. Но это только одна звездочка. Так, это нужно надеть полный комплект. Давайте улучшим еще что-нибудь. Еще серьги улучшим. До 12. Так, это 2 звезды. Так. Давай, давай, давай. Серьги. Еще серьги. Так, до 18, следующий пункт назначения. Так, янтарные серьги. Так, давай и теперь по максимуму янтарные серьги. Лучше, так. Так, давай. И сейчас еще раз анимация. Так, да, это очень страшно. Очень-очень страшно. Так, янтарные серьги до 28 раскачаны на 4 звезды.
Все, они улучшили, по максимуму, по-моему, даже они здесь это в списке не будут или будут. Невозможно улучшить, все. Зимняя туника еще можно, штаны по максимуму улучшены. Так, что дальше будем улучшать? Давайте улучшим. Так, шлемак мы можем улучшить. Так, а на вот это вот нам нужно копыта и сердце левра. А, так. А вот, как бы, по-моему, вот эти халийские поножи и так далее, они тоже, кстати, до 28 раскачиваются. Так, вот эти серьги 28. То есть, вот эти серьги прокачать по максимуму гораздо проще, чем вот эти самые доспехи и поножи. Ладно, давайте я, ну, так уж и быть, шапку эту прокачаю. Доброхвост, сердце хинокса. Надо будет хиноксов пойти поубивать. А, побольше. Так, халийский шлем, окей. Так, 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 давай, что еще будем улучшать? Так, здесь доспехи Зора, давайте я до 4 улучшу. Так. 5, это страшная анимация. Я же не усну сегодня. Сегодня во сне она у меня будет, меня так же тапать. Так, да. Да, давай еще что-нибудь улучшим. Так, что здесь еще есть? Здесь еще можно вот эти штуки улучшать. Так, здесь можно вот это улучшить, это улучшить. Так, давайте вот эти штаны улучшу. Здесь нужно 15 сердец Бокоблина. Это ж где я вам столько достану-то? Ладно, давайте я эти, как бы, штаны немножко улучшу. И, кстати, янтаря у меня только 150 осталось. А, это, кстати, максимальное улучшение. То есть понятно, почему-то нужно аж 15 сердец Бокоблинов. Ну, по-моему, их там можно даже купить где-нибудь у кого-то. Я, по-моему, продается, помню. Помню, у кого-то продавали сердца Бокоблина. Так, ну вот штаны до 20 прокачались. То есть это не максимальная мощность, так скажем. Так, что еще можно интересного улучшить? Так, давайте вот это вот... Вот эти штуки я не улучшу сильно, потому что здесь тоже сердце Бокоблина нужно. Давайте я штаны попробую улучшить. Так, закрой глаза. Закрой рот. Так, светящееся трико. Так. Да, давай, докуда можно это трико раскачать, короче. Ага, теперь нужно сердце Моблина и фосфолит. Давайте, прокачаем. Так, тачка на прокачку. Осталось только приделать монитор. Так. Так, светящийся трико, еще один шедевр. Так, что еще можно улучшить? Ага, и для дальнейшего нужно сердце Малдора. Хорошо, что их много нашел. Давайте раскачаем. Так, светящийся трико. Ага. Так, а дальше я могу эту трико улучшить? Что там нужно для следующего улучшения? Могу. Одно сердце левра нужно для того, чтобы по максимуму эти трико раскачать. Окей, окей. Опять у меня все внутри сжалось. Страшно же. Так, светящийся трико. Это не шедевр. Так, давай, что еще улучшим? Так, можно еще резиновые штаны улучшить, давайте. Так, Грозалис. Так, 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 так. А, по-моему, здесь из критичного, из того, что мне здесь не хватает для улучшения, это эти сердца Бокоблинов. Мне нужно больше сердец Бокоблинов. Надо будет слетать сейчас их купить у кого-нибудь. Я не помню, как они продаются, правда. Так, желтый зворохвост и грозовик. Чтобы это улучшить, да. Так, хорошо. Так, и, по-моему, они больше у меня не прокачаются. Так, давай еще что-нибудь улучшим. Что еще могу? Можно. Да, и. Нужно. Топазов мне достаточно, чтобы дальше улучшить. До максимума, а желтых зворохвостов не хватает. Так, давайте-ка я вот эти вот, как бы, штаны песочные улучшу.
Тоже до максимума. Мой песочный костюм. Марин, что получится? В общем, если что, я здесь надолго. Я, по-моему, всю эту серию буду себя прокачивать. Еще, наверное... Так, дата, крыло ледяного вкуса. Еще, наверное, здесь не все прокачаю, чтобы потом, как бы, между сериями аккуратно посмотреть, записать, что мне еще... никаких материалов не хватает, что нужно будет подсобрать, чтобы все это по максимуму прокачать. Вот потому что я как бы собираюсь здесь все прокачать по максимуму. Так, здесь не хватает крыльев ледяного куса. Так, это я могу улучшить, нормально. Ой. Так, наплечник пустыни. Так, прекрасно, я улучшил вещи. Да, давай еще что-нибудь улучшим. Так. Могу это дальше прокачать, да? Так. Наплечник пустыни. Так, давай еще что-нибудь улучшим. Так, дальше могу наплечник улучшить? Нет, мне, у меня кончились все крылья ледяного куса. Заворохвостов у меня нормально, а вот этих не хватает. Поэтому даже обруч пустыни не могу улучшить. Так, еще есть опаловые серьги. Опаловые серьги здесь нужен для этих топаз, для этих рубин, повязка с рубином. Чтобы это лучше защищать от холода. Так, и еще здесь есть диадема с алмазом, которая от стражи защищает. Давайте по приколу ее прокачаем. Правда, я алмазов продал. Уже много. Не надо было их продавать, ну ладно. Я еще надолблю. Так, диадема с алмазом. Так, давай еще что-нибудь улучшим. Так, диадема с алмазом. Я еще могу ее улучшить, у меня еще алмазов есть. И кремней есть. Мне нужно больше кремней на самом деле. Вот там все это нормально прокачать. Так. Так, давай еще что-нибудь улучшим. Что еще можем улучшить? Так, резиновые доспехи. Особо мы больше ничего не можем улучшить. Так, давайте я резиновые доспехи улучшу. Да. Желтое желе Чу. Грозовое желе. Так, совсем чуть-чуть я улучшу его. Резиновые доспехи. Ага, давай. Что еще мы улучшим? Я дальше могу улучшить? Да, мне нужен грозалис и еще немножко желе, желтое желе Чу. И как раз у меня желтые желе Чу закончатся чуть-чуть. Больше я ничего не смогу прокачать. Так, резиновые доспехи. Так, давай еще что-нибудь улучшим. Так, здесь нужен жироцвет и желе красного чуть-чуть. Давайте я эту повязку улучшу. Так. Зимний талисман, защита от холода. Так. Что, повязку лучше? Получится ли мне? А. Дальше мне не хватает крыльев огненного куса. Наверное, пока я больше ничего не буду улучшать. У меня только штаны вот эти варвары остались, которые... Ну, на которые нужно рок-левра. Я потом пройдусь по всему, что у меня здесь не улучшено. И как бы посмотрю, каких материалов мне не хватает. И как бы запишу их. Вот, а сейчас, возможно, я сбегаю... сердце бокоблинов докуплю где-нибудь. Может быть, я вот эти светящиеся штуки неплохо так прокачаю. Так, уходишь? Жаль. Ладно, до встречи. До встречи. Пи-пи. До встречи. Так. пока если не ушел, здесь, по-моему, вокруг растет много хорошего, что можно собрать. Так, еще котики. Веселяться, резвятся. Так, здесь что-то было. Да, принцесса тишины, это я заберу. Заберу. Так, и помню, здесь больше ничего не выросло. Так, ладно, а теперь мы пойдем в ту сторону, где находится святилище, потому что там у нас Барта сидит. Барта, вон она уже виднеется. А, точнее, квест закрыть. А, хорошо, если... То, что не, в подтенек-то не зашла.
ты фея или ангел, спустившийся за мной с небес. Ничего не вижу, наверное, мне конец. Так, давай, приди себя. Мое последнее желание. Это чудо Дуриана, чудо Дуриана, чудо Дуриана. Ну, как раз я купил один. Сила богинь, забирай меня. А, но прежде исполни одну единственную просьбу. Хочу чудо Дуриана. Один маленький кусочек. На, ешь. Ешь. Да, очнулась. Сак-сак, ты мое спасение. Я тебя знаю, ты вой. А, я еще тогда подумал, уж больно ты та хайлийская вай мускулистая. Не волнуйся, я никому не скажу, ведь я обязана тебе жизнью. Ох, как же мне плохо, сейчас приду в себя и отправлюсь в город. Тебя там уже ищут. О, значит, они заметили, что я в отлучке. Ух, влетит же мне. Да, еще как влетит. А, все, мне пора, собок. Я насмылась. Так, ладно, все. Все. Здесь я вроде сделал все, что хотел. Так, и у меня еще полчаса. Так, ладно, давайте вернемся сюда, закроем квест. Так. Значки на карте. На карте камешейка можно ставить разные значки, отмечайте ими интересные места и объекты. Окей. Так. А, мне нужна маскировка. Все. Возвращаемся. Для того, чтобы сдать квест по возвращению Барта. Бартер. Завершим. То есть мы вам Барта, а вы нам сданный квест. Так, вот. Все, Барта на месте. Неудачница. А, ты самая отважная Вай. Барта все нам рассказала. Ну, что это ты нашла ее. Ты смелее любого воя, будь Геруды, я с радостью взяла бы тебя в свой отряд. А словно камень с души. Хорошо, что начальница так ни о чем и не узнала. А ты, наверное, устала. Вот возьми тебе, прогуляйся, купи себе что-нибудь. Короче, 100 рупий. Так. Ну, это, конечно, хорошо, но самое главное то, что я здесь позакрывал как бы все квесты, которые внутригородские. То есть, если помните, я вчера там просматривал шлем, могу забрать или нет, мне сказали, чтобы я... Так, по-моему, здесь даже у меня это... Так, сейчас. Поиск Барты. Так, сейчас. О, сколько у меня здесь уже выполнено, так. Реликвия Геруда. Вот шлем Грова. Нужно решить все проблемы в городе. Все проблемы в городе, их там всего 4. То есть, одна из них это сердце Малдора. Вторая это про Арбузершу, которая там засоряла. Третья про Барту. И четвертая это про ювелирщицу, у которой кремнии закончились. Вот. То есть, я все 4 эти штуки закрыл. Поэтому я могу идти забирать свой шлем. Так. Так, да, прям с ней можно поговорить. Я слышал о твоих деяниях, мой народ снова счастлив. Благодарю тебя от имени всех Геруда, Сак-Сак. С этой минуты ты друг народа Геруда, и как друга я вручаю тебе реликвию. Вот, шлем Грома. Теперь я могу его так. Заслужил право носить шлем Грома. Надеюсь, сила Урбозы, скрытая в нем, поможет тебе держать множество побед. Так, я, конечно, не знаю, как и зачем это буду его использовать, но как бы... О, чё, прикольная шапка, чё. Чё бы нет. Так, и, кстати, у меня там, по-моему, место освободилось, чтобы забрать меч, наконец, этот. Сабля семьи. Легендарная сабля воина Урбозы. Говорят, с этим оружием ее сражения походили на захватывающий танец. Так, всё я забрал. Шапка модная. Вообще. Так. Топ-топ, лошадка ушла. Хоть бы она вернулась. Хочу снова топ-топ. Что за лошадка? Так, ладно. А, это... Не лошадка, это верблюдка. Она там топ-топ делала, чтобы никто там спать не мог.
Так. Так, 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 так. Так, чё у меня по квестам-то? Чё у меня по квестам? Так, да, здесь реликвия Геруда, я, значит, её получил. Так, что здесь? Так, расширение. Так, так, так. О, господи, сколько у меня есть квестов не выполнено. Так, восьмая героиня, это пустыня Геруда. Так, и, по-моему, здесь у меня есть еще один квест, который я не взял, который, наверное, сейчас сюда пойду проходить. 20 минут осталось. Так, и давайте я нормальную шапку надену. А, мне, наверное, надо будет... Так, сейчас давайте я вот так немножко пройдусь подальше. Так, и надену нормальную одежду. Так, сейчас. Сейчас все будет. Так, где нормальная одежда? Так, вот она. Так, немножко прокачанная, поэтому нормальная. И мне нужна шапка. Курака. Все. И я сейчас пойду проходить, если не ошибаюсь, это будет один из последних квестов, который здесь в этом Геруда есть. Где-то вот здесь вот, короче, за стеной, за углом можно взять кого-то квест еще один. Так, это что, еще один вход, что ли, в пустыню? Да, опять буря. Да. Так, давайте поговорим. Говорят, чудище ушло очень далеко. Что бы это ни значило, мне отсюда все равно ничего не видно. Ну, очень жаль, да. Но даже если чудище нам больше не угрожает, в пустыне по-прежнему очень опасно. Тут монстры, там бури. Именно поэтому древние народы прятали сокровища в пустыне. Кто же рискнет их там искать? Хотя, может, и нет здесь никаких сокровищ. Так что там про сокровища? Подробности я не знаю. В пустыне есть несколько статуй воительниц, наверное, остались с древних времен. Вот с этими мечами, которые. Говорят, статуи показывают путь к какому-то сокровищу. Я думаю, это просто байка. И даже если не байка, идти сквозь бурю и отбиваться от монстров, в общем, я бы не рискнула. В общем, да, молчание героинь. И, короче, вот эти вот штуки, они будут указывать путь, то есть нужно... по ним ориентироваться, и получается, куда они вот своим этим мечом будут указывать, туда надо идти. То есть, куда мне идти? Так, давай, вот прямо туда можно идти. Да. Меч, кстати, можно забрать. Так, и да, и прямо вот туда вот надо идти. Так. Походный клеймор. Зачем мне этот кусок... Понятно чего. Давайте я. Так, тем. По-моему, она указывала куда-то вон туда, потому что я статую вижу вон там вот. То есть я немножко не по курсу, что ли, пошел. Так, ну заодно здесь я похожу по этих. По фотку всяких разных. Так, вот еще одна статуя. Опять здесь сундук валяется. Сундук я достану. А, захват. Бум. Что в сундуке лежит? Грозовая стрела, 5 штук. Хорошо, нормально, замечательно. Так, еще одна. Еще один меч. Так, а у тебя что? А, давайте я буду у них мечи фоткать. По-моему, это более будет полезное занятие. Это что у нас? Походный клеймор. Вот. Ой, я еще не фоткал. Так, хорошо. Значит, идти туда. Куда-то туда. Не знаю, куда. Так, и... во-первых, еще вот здесь шапка, да, корокская? Так, кстати. Так, все. У меня здесь как бы рядом еще открыта карта, где еще корков можно собрать. И, по-моему, корка можно собрать где-то вон там вон. Давайте я сбегаю лучше за корком сначала. Так, я же правильно бегу? Так, ну вообще, по-моему, я не совсем правильно бегу, но... Ну ладно, так.
ты кто? Так, по-моему, кстати, этот горящий меч — это не совсем то, что мне здесь нужно. По-моему, лучше подойдет ледяной меч. Ай, зараза! Давай, прыгай сюда. Так, это я все отберу. Так, все. Хоть это по полный запас хвостов варфосовских. Так, вон там еще двое сидят. Так, с ними вообще лучше сражаться каким-нибудь более этим быстрым оружием. Вот у меня сабля лунного света есть. Так. Так, здесь у меня сундук еще есть. Блин. Юп. Так, копье Геруда. Окей. Там еще... А, это не сундук, это... Это на самом деле... Ловушка. Так. Так, что там? Так, и немножко монеток. Так, сейчас. Мне ж корка надо достать. Так, он где-то там. А, вон, я вижу три этих. Три кактуса. Это заберу. Мне нужны три кактуса. А главное не забыть, откуда я там эту героиню-то вот эту вот с мечом оставил. Так, так, давайте вот это я один грозалец заберу. Так. До второго допрыгну, интересно. В принципе, я допрыгиваю. Ну ладно, не буду рисковать, я его стрелой собью. Так, а то я не тот сорву и не знаю, что будет. Что-то ведь нехорошее будет, я же могу и запороть, я такой. Так, стрела Грозалис, окей. Так, 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 Грозалиса соберу. Так, и где я оставил героиню-то? Так, по-моему, где-то вон там я ее оставил. Вон она стоит и говорит, иди туда. Пошел вон туда вот. Так. Так. В общем, я, в принципе, как раз сейчас буду направляться в сторону вот этих гор. Гор. То, что я прокачал, это хорошо. И то, что я пескохода не получил, это, правда, плохо. Так, там, кстати, табличка это есть. Что на табличке написано? Монстр Торг. Часы работ ночью. Ага, то здесь рядом с этой статуей этот Килтон обитает. Ладно, сейчас мы пойдем туда, прямо навстречу буре. О, какая буря-то. Бурная. Правда, все вижу. Бурная буря. Так, и возможно, мне придется потом еще немножко пройтись по этой пустыне, чтобы корку собрать. Вы здесь что за углом делаете? Так, все-таки он меня один раз смазал. Так, что? Где? Вы где? Блин. Все-таки тяпнул меня. Да блин, вот здесь много. Так, все, разобрался с ним вроде. Так, это я заберу. Это я заберу. Так, и как раз мне нужно штаны сменить. Ты что-то не слишком резко
выбежали откуда-то. Настолько резко, что я понял, что мне нужно сменить штаны. Так. А откуда я шел вообще? Так, сейчас. А, он, кстати, Килтон. Давайте я к Килтону вернусь. Так. Ну, короче, видимо, я до этой самой... Куда указывают эти статуи, так и не дойду сегодня. Потому что-то и время заканчивается. Вот Килтон появился. Да, давайте. Давно его не видел. Откуда у него такая труба? У него раньше была такая труба, нет? Или он отрастил недавно, не знаю. А, Килтон. Это запах, каменный глыбник. Это ты. Приветствую, чем могу служить? Так, давайте органы на моно сначала. Это. Так, что я хочу на моно обменять? Так, кокос он не будет, конечно, брать. Так, что на моно можно обменять? Так, так, рога. Давайте я штук 25 продам. Да. Так, давайте здесь я продам штук 50. Да. Так. Так, вот этих штук я продам 40, наверное. 320 монов. Он так бурно радуется прямо. Так, что еще здесь из... Так, вот здесь штук 20 продам. Так, вот этих штук 20 продам. Так, и что еще можно продать? Так, давайте зубы продам. 15, чтобы у меня было около 1000 монов. 1000 монов, круто. Так, все, больше ничего не буду. Так, давайте будем тратить. Та-да-да-да-дам. Кто молодец? Я молодец. Создал целый комплект монстр вещей. Если подумать, я просто монстр в этом деле. Представляю твоему вниманию великолепнейшее снаряжение тьмы. Надев эти вещи, ты практически превратишься в монстра. А, ты про косплей слышал? Кстати, в этом костюме ты еще и бегать быстрее будешь, но только по ночам. Сам не знаю, как так вышло. Вот, сейчас у тебя 1056 монов, что возьмешь? Так, давайте посмотрим, что я возьму. Так, так, давайте посмотрим, что... Так, экстракт монстров у меня есть 9 штук. Швабра, молоток, наверное, не буду брать. Эта шапка у меня есть, эта шапка есть, эта шапка есть. Голова левра за 999 монов. Нормально так. Монструз, да, монстр седло у меня есть. Колпак тьмы за 2000 монов. Еще штаны тьмы. И туника тьмы. Чё б купить-то такое? Я прям заинтригован. Так, ладно. Я буду знать, что у него можно купить вот это вот... разные штуки. Я лучше голову левру куплю. Она мне может пригодиться в ближайшее время. Спасибо за покупку. Может еще что-нибудь? Нет, у меня больше на что нету. Все, пока. До встречи ночью. Так, ладно. У меня все еще есть несколько минут. Так. И сейчас я пойду в направлении, куда меня посылает статуя. Может, я до чего-то дойду. Это что-то хорошего. Так. Так, вы мне тут это камеру не подкручивайте. А то ведь я статую пропущу. Там. Здесь отстрел. Это хорошо, замечательно. Так, еще что-нибудь тут есть? Что-то больше интересного нету.
Окей, я пойду дальше. Так, прижавали Барта, да, тем более. Мне не надо. Так, там я вижу грозового Заврафоса. Окей. Сейчас мы будем его потрошить. Привет. О-о-о, а их здесь несколько повылазило. Сейчас они еще вылазить будут. Да блин. Ай, зараза. Резкие вы все. Так. Что, чем я могу это все дело заменить? У меня здесь есть копье Геруда. Давайте вот их копьем. Потыкаю. Копье здесь самое удобное против этих тварей, потому что не надо вплотную подходить. Можно чуть издалека это все делать. Так, так, когти. Так, так, это... Так, это все я фоткал, нет? Так, рыцарский меч. Лапа. Боевой щит. Все. А куда я шел вообще? А, вон я вижу, куда я шел. Так, давай за ранг я не буду брать. Так, это я к этой статуе, видимо, шел. К этой статуе. Так. Так. Кактус. Тебя копьем нельзя, что ли, срубить? Интересно, ну ладно. Давай. Вот, отлично. Так, дальше меня статуя посылает туда. Так, и чё у тебя в руке, кстати? Водный клеймор. Так, окей. Дальше она меня посылает куда-то туда. Так, сейчас, чтоб прям точно было. Вот сюда она меня посылает. Хорошо, пойдем. Так, и все. Теперь больше я ничего не вижу. Глаз выколи. Хоть глаз выколи. Так. Так. Не-не-не, чуваки, крышу. Чуваки. Так, стрелы я заберу. Так, здесь больше сундуков вроде нету. Так, и где статуя? Она явно где-то здесь должна быть. Может быть, она вот в этой коробке пряталась. Нет, не видно. Так, все. Или что там? А, вот она спряталась где. Кто-то тебя из этой коробки вытащил, видимо. Так, окей. Дальше куда мы идем? Дальше мы идем вон туда. Так, сейчас я здесь еще посмотрю. Здесь рядом сундуков нету. А, нож у меня есть. Меч есть. Наверное, его фоткать нет смысла. Так, все. Идем дальше туда. Так, есть что-то валяется. Опять стрелы, что ли, валяются? Так, вон там. Готов. Так, и мне, видимо, нужно будет пробраться через вот это вот их логово, что ли. Чтобы это... До следующей статуи добраться. Что-то я не хочу с ними связываться. Делать мне больше нечего. Давайте я здесь снизу пройду. А, вон я вижу уже еще одну статую. Окей. И окей, окейушки. Так. У нее там что? Еще один походный клеймор. Короче, здесь можно у них клейморов натаскать. Прям это пару тонн.
Все, готово. О, я нашел святилище. Вот оно, святилище, святилище. Процвет. Так, давайте зайдем в него. Я, если честно, не помню там. Так, святилище, Кема, Зус. И здесь, кстати, Корок рядом есть. Я совершенно не знаю, не помню там. Есть какое-то испытание внутри или нет. Давайте зайдем. Так, молчание героин. Героина, да, героинь. Выполнено критическое попадание. Если там просто приз, то на этом все закончится. Если там не приз... Так, то, видимо, придется проходить. Так, прерванный полет. Так, у меня время серии заканчивается. Что делать? Что делать? Что делать? Так, мне нужно вот этот шар как бы явно достать. Так, его нужно как-то стазисом, видимо, поймать, да ведь? Он же стазисом стазится? Да, стазисом он стазится. Давайте. Так. Так, не попал. Да блин. Я вот так могу сделать? О! Так, и... Так, сейчас соображу. Мне нужно его стрелами, наверное. Давайте какую-нибудь бомбическую стрелу возьму. Куда? Да. Куда-то туда вот укатить. Можно, по идее, было еще вот этим магнитом как-то достать, я думаю. Так, все. Эту штуку я сюда подогнал. Я молодец. Так, а здесь еще должен быть сундук где-то. Где сундук? Так. Вон я вижу сундук. Как его достать? А, видимо, чтобы его достать, нужно подогнать эту штуку в ту сторону. Так. Так. Все. Ну, а чтобы мне на голову не упала эта штука. Все в сундуке. Табля лунного света, это как раз который я, по-моему, недавно посеял. Так, сундук есть, значит, здесь все собрал. Все. И получается, я забираю свой шар. Так, спайм прошел, может, есть герой. Вера духа. Ля-ля-ля. Так, да прибыстро благословение богини Хали. Удар в прыжке. Так, ну и все. У меня время закончилось. Я, наверное, на этом буду завершать. Прямо около этого святилища остановлюсь. Так, тут рядом, конечно, еще короки есть. Ну ладно, посмотрим. Наверное, этих короков можно и пропустить. Некоторых из них. Вот. И в следующей серии мы пойдем, получается, вот сюда вот. Это на горе Геруда, значит, его осматривать. Кстати, знаете, кто это? Вот это торчит здесь. В следующей серии я вам расскажу, кто там торчит. На этом я данную серию закончу. Если вам серия понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, заглядывайте в описание. И всем спасибо за внимание. До следующей серии. Всем пока.